Быстрее, 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 ребята, то, что ваш папа школьный учитель, еще не означает, что вы можете опаздывать. Наоборот, на вас больше ответственности. Так, ну и вам волноваться-то не о чем, ё-моё. Конечно, звонок уже прозвенел, но у вас все уроки сделаны. ДЗ, да, в порядке. Все, Саша, хороших тебе оценок. Петя, быстрее, 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 опаздываешь. Ух, ребята, а я сегодня выходной. Да, ребята, папа сегодня отдыхает, потому что хоть я и учитель, а я школьный учитель, отец-одиночка Нюки, но сегодня у меня нету уроков, и сегодня я спокойно себе чилю. Так, что там за звуки какие-то странные? Мне показалось, что ли? Что, они там опять дестрой, что ли, устроили? Ну, я сейчас покажу, ребята, потому что коллегам грех не помочь, как надо воспитывать детей. Так, что за крики, шум, бедлам? Ой, так, закрылись. Какого черта, это что, захват школы? Блин, так, ну ничего, блин, как назло, я сегодня забыл свою пушку. Саш, все, отправишься с уроков, тут захват школы, мне нужна твоя помощь. Быстрее, 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 Саша, помогай, тут террористы какие-то, быстрее, Саша. Да, блин, а, вот, все, так, давай, залетаем. Стоп, секундочку, подожди. Там что, Петя с ними общается? Блин, тысячу раз ему говорил при захвате не общаться с террористами, никаких переговоров. Что? Подожди, по голосу он их знает. Ну, сейчас разберемся. Так, залетаем. Ты готова рвать и метать? Все, погнали. И на получайте, уроды, на пол! А ну-ка, свалите от детей! На, получайте, получайте! На тебе по затылку! Опа! Так, получай! Блин! Зараза, у них там... Как они так прыгают-то высоко? Гады. Так, все живы? Все. Так, тушим. Фух. Так, Петя. Какого черта? Это что, твои знакомые? Какого черта они забыли в школе? Блин, почему они всех детей повязали? Дети, все уже, все позади, можете вставать. Что такое? Не понимаешь? Дай-ка сюда. Так, это что ли один из них выронил? Так, посмотрим. Ага. О, он разблокированный. Так, стоп, тут смс-ка. Бригады, срочный сбор на базе, бросайте дела, жду всех. Ага, так, ну, поскольку мы не знаем, где база, я сейчас напишу им, типа, затравку, сейчас напишу. На какой именно базе? Так, чё, меня тут оскорбляют? А, пофиг, сами выясним. О, у него тут есть чеки за ЖКХ. Отлично, то, что нужно. Теперь его дом у нас в кармане. Так, всё, собирайтесь, на сегодня уроки отменяются. Кстати, где учитель? Они уж его выкинули, что ли? Блин, не очень. Дети, давайте, все. Сегодня только физкультура. Петя, успокой их, они там лежат уже, мне кажется, в шоке минут 5. Так, все. Сегодня у нас, ребята, домашнее обучение. Так, ну мы уже близко. В смысле, куда это? По этим координатам узнаем, где он живет, этот хрен. Бандиты, блин, бандиты среди нас. Так, налево, что-то знакомая дорога. Не лучше ли взять, ребят, зачем? С нами Саша. Пускай ребята учатся, мы их отвлекать не будем. Стоп! Подождите! Петя! А меня ты за кого держишь, а? Это же дом того твоего дружка! Автоугонщика! Так вот, что там за рожа была знакомая. Я-то думаю, что-то такое знакомое мелькает в очках. Так, ну и рассказывай, какого черта ты там с ними общался? Блин, не при делах он. О, зараза. Так, ладно, все, давай поближе подъедем. Что, ну папа, какого черта они заявились к нам в школу? Почему именно к тебе в класс, а? Почему именно к тебе? Так, останавливаемся. Ага, новую машину уже спер, говнюк. А ты мне говоришь, что он хороший. Сейчас я ему покажу, что такое быть хорошим. Они связаны с теми бундюканами, которым мы гелик расхерачили. Так, стоп. Че это за дед? Подожди. А зачем им вламываться к нам в школу? И почему именно к тебе в класс? Пофиг, у него и спрошу сейчас с помощью биты. Все, погнали. Извините, дедуля. А вы кто, собственно, такой? По нашим данным, тут живет совсем другой человек. Да, и машина какая-то другая. В общем, если что, а вы живете. Ну, а вы тут случайно такого парня не видели? Такой парень в очках, такой серьезный прямо. Я просто учитель, да, из школы. Вот, можете посмотреть. Видите, я реально учитель. И я, собственно, подрабатываю еще в шараге. Так вот, а, это ваш внук? Да, с учебой у него проблемы. Вот, хотел поговорить с ним насчет обучения. Позорить семью, ну, слушайте, я с этим могу помочь. Я могу его реально подтянуть. Но, понимаете, мне для этого нужно его найти. Ах, вот так вот. Но я могу это исправить без насилия. Просто дайте мне его координаты, пожалуйста. Нам надо с ним маленько пообщаться. Вот, хорошо, уже лучше. Да, давайте рассказывайте. Мы прям туда и заедем. Ага, давайте, ждем вас. Я уж лучше бы на телефон, ладно, пофиг. Видите, старое поколение, оно любит по старинке там записывать на листочек. Прикольно.
Так, вот, спасибо большое, спасибо. Так, все, давайте хорошего вам дня. Вашего внука мы исправим, все, не волнуйтесь. Так, все, ребятки, давайте залезаем в машину. Залезаем в машину. И поехали по новому адресу. Заниматься обучением. Так, вот где-то тут он и живет. Ага, вот нужный подъезд. Пойдемте нанесем ему не совсем дружеский визит. Сейчас узнаем, что ему нужно от Пети, раз Петя не хочет рассказывать. Заходим. Так, ага, и вот нужная квартира. Так, Саша, руки поджигай, залетим с помпой. Вот мой топор. И... Руки на землю! О, господи, что такое? Какого черта? Ты... Откуда у тебя фотка моего сына и почему в таком виде? Что? Откуда? Что за фотка, Петя? Вы его шантажировали, чтобы он вам помогал? Случайно открылась? Так, ну-ка рассказывай все как есть. Ну-ка, Лёк! Лёк, я сказал! Лёк, давай! Какого черта? Петя! Петя, ты где? Где Петя? Блин, Саша, приди сюда Петю. Так, ну-ка дайте мне просто восстановить хронологию. Вы откуда-то достали фотки моего сына. Заставляли его вам помогать, да? Типа под угрозой слива. И теперь вы хотели его еще перед классом унизить? За что? Стоп, подожди. А те вот хрены, получается, около военкомата живут, там гелики у них. Это что, из вашей банды, что ли? Так, понятно. А ты, Петя, когда царапал их машину, не знал об этом, да? Вот это попадос. О, бить? Нет, что? Это не наш метод воспитания. Мы сделаем кое-что другое. Отлично, вся банда в сборе, ребята. Наша боевая задача — отомстить за нашего Петю. И поэтому мы должны всю эту угрозу в виде всех этих бандитов, автоугонщиков выжечь каленым железом просто почистую. Так, мой костюм, бронекостюм в стирке, поэтому, ладно, просто броник одену, думаю, справимся. Так, все остальные одели. Ну, блин, Глеб, ладно, ты тоже не высовывайся. Петя, ты бы тоже мог его постирать заранее, чтобы он сейчас не сох. Ладно, все, ребята, оружие с собой. Так, моя винтовка почищена, заряжена. Отлично, погнали. Так, Саша, давай, забираешься повыше. Нам нужна поддержка с воздуха. Так, Петя, ты тоже мочишь в невидимости с воздуха. Все остальные следят за периметром. Батя просто врывается тупо с двух ног прямо в дверь. Так, раз, два, три, все, поехали. Так, кто тут моего сына хотел слить, а? Ты что ли? На, получай. Вот тебе слив. А, как следующий тебя солью. Так, на, вот. Сдохни. Сливатели странные. На, получайте. Уроды тупые. Так, сюда, на. Получай. Вот, хорошо, там и динамитик. Сейчас пойдет жара, сейчас огонь туда дойдет. Лежать, урод. Так, все, идем дальше. Так, бункера, все. Валим этих дебилов. Так. Все, пусть погорят, а, давай, подпалим их маленько. На, пока не в шоке, пока не понимают, что происходит. Так, всех сжигаем. Так, где у них вход в бункер? А, видимо, вот здесь. Все, заходим. Так, залетаем. На, получаю, урод, на, по башке. И тебе. Так, стреляем. Так, осторожно, хорошо, что бронекостюмы. Так, friendly fire у нас не работает. На. Так, ищем, все комнаты проверяем комнаты. Так, все, валим, гасим. Так, на тебе по лысине, хобана. Че, физрука косплеишь? Так, опа, все. Да, судя по информации, это от этого автоугонщика, он именно за этой дверью. Ну что, готовы вылететь? Все, раз, два, три. А ну, руки за голову! Ты на мушке! Лег, быстро, живо лег! Так, это что за голубки тут такие, а? Ага, что, промышляем шантажом, да? Самые ценные кадры добываем такими нечестными способами? Ну что ж, поскольку я не уверен, что мы уничтожили все телефоны на этой базе, то чтобы вы не слили моего сына, мы должны как бы маленько действовать превентивно. Поэтому так, снимай с него штаны. О, зачетная фоточка будет, вот, правильно, нормально, хороший ракурс, прямо перед камином, красавчик. Ну, не надо, ну конечно не надо, поэтому если фотки Петь никогда не всплывут, то этого твоя фотка тоже останется чисто между нами. Все, давай, одевайся, отдыхай, все. Хорошего вечера, хорошо отдохнуть тебе. Все, ребятки, отлично, дело сделано. Все, Петя, можешь выдохнуть. Все, теперь у нас ни бандитов, ни шантажа. Да, Петя? Ну, или он есть, просто, как бы, просто теперь он на нашей стороне. Да, ребята, и вот понимайте, что никогда никого нельзя шантажировать, потому что вам по-любому это выйдет боком. Скорее всего, нам тоже, как бы, какие-то последствия аукнутся, но ради того, чтобы защитить своего сына, я готов пойти на все. С вами был я, отец-одиночка Нюкин. Всем удачи, всем до завтра, всем пока!